Итак, друзья, предлагаю вам посмотреть на приложение Буду. Значит, что оно умеет? Ответим на любые вопросы о здоровье. Значит, поможем не забыть о приеме лекарств, подборке самых нужных аптечек, статьи и подкасты о здоровье. И, друзья, смотрите, более 50 тысяч скачиваний. И, кстати, почему я вот обратил внимание на это приложение? Потому что оно в топе лучших приложений Google Play. Как-то вот туда попало, да. Соответственно, давайте откроем и посмотрим. И, во-первых, смотрите, прежде всего, что нас встречает. Привет, приложение решает все вопросы вашего здоровья. Рассказать подробнее? Да, нажимаем «Да, давайте». Нам сразу же расскажут, что умеет приложение. Воспользуйтесь онлайн-консультацией. Значит, вы обязательно получите профессиональный ответ. А если нет проблем? Нет. Ну, как бы подразумевается. А если нет проблем, узнайте свой уровень здоровья, получите индивидуальные рекомендации, соберите аптечку или послушайте интересный подкаст. Ну, друзья, интересно, да? То есть... Хорошо, ну давайте хорошо. Ваш телефон, номер вашей. Короче, вначале нужно регистрировать, да, регистрироваться. Ну что ж, давайте укажем свой номер телефона. Итак, друзья, после того, как мы ввели пароль, нам вот такое сообщение. Отлично, код верный, приложение можно пользоваться бесплатно. Но если оформить подписку прямо сейчас, то по цене всего 5 пончиков, 500 рублей, вы сможете целый месяц задавать вопросы о здоровье вашим врачам. Они ответят на любые, мы проверяли. О, давайте, да нет, спасибо, друзья, мы же смотрим только все бесплатно. Окей, вы всегда можете купить его позже. Хорошо. А создайте четырехзначный код, друзья. Ого-го, здесь еще есть и код. Ну что ж, давайте какой-нибудь код сейчас придумаем. Смотрите, здесь есть даже сканер отпечатков пальцев, но я уж думаю, это пропустим. Итак, что умеет приложение? Здравствуйте. Напомните себе о чем-нибудь приятном. Просто спросите у консультантов по здоровью. Поговорите с врачом по аудио, видео или чате. Ну, давайте все по порядку. Спросите о здоровье. Ну это платная услуга, хорошо, окей. Поговорить с врачом тоже платная. Хорошо, значит, вызов врача. Вы можете оформить подписку для вызова врачей на дом, если проживаете в Москве или Санкт-Петербурге. Ну, короче, если хотите, оформляйте, но я не в Санкт-Петербурге, и поэтому и не в Москве, поэтому вот так вот. О здоровье. Значит, тут у нас статьи, я так понимаю, расскажите о вакцине Спутник Ви, как вы лично... Друзья, я лично против вакцинации, не рекомендую вакцинироваться, сам не вакцинируюсь, и поэтому, в общем-то, вообще не болею. А живот болит справа, это аппендицит, ну и так далее. Вот здесь вот есть такие подкасты, типа как Stories, да, их можно вот так закрывать. Потом здесь медитируем с Медиатопия, настроиться на день, снять стресс, ну, так, тесты. Индекс здоровья. Друзья, давайте пройдем индекс здоровья. Пройдите тест. Ну, давайте начинаем тест. Итак, мужчина. Так, укажите возраст. Мне 35. Так, укажите вес 95. Так, укажите 1,85 м. Так, теперь мы узнали о вас немного лучше. Продолжить тест. Так, сколько фруктов вы употребляете в течение дня? 2 или меньше, да? Значит, сколько овощей вы употребляете? 2 или меньше? Вы употребляете в пищу овощи и фрукты ежедневно? Нет. Сколько порций 7 грамм маргарина или животного жира вы употребляете совместно? Так, немного. А, тоже непонятно, что значит мало, немного. Сколько раз в неделю вы едите мясо, рыбу или бобовые? А, так, ну, сколько раз в неделю? Ну, более, 3 или более. Так, друзья, это 6 вопросов. Знаете, давайте я наугад буду сейчас нажимать, потому что самому интересно просто, значит, результат посмотреть. И... Потому
потому что интересен результат, то долго будем отвечать. Так. Дальше. Итак, переходим к рекомендациям. И уменьшить количество алкоголя. Ну, я не пью. Ну, короче, вот здесь рекомендации. Видите, по здоровью. Сократить потребление сладостей, предпочтите фастфуду, более здоровую пищу и так далее. Ну, короче, вот в результате теста вам рекомендуют следующее. Продолжить тест можно, перейти к рекомендации. Ну, ладно, друзья, все поняли. Потом подборка клиник зрения, беременность, подкасты есть внизу. Ну, короче, огромная стоматология, интересно, где, ну, тут типа сторис. Так, но не только сторис, там было что-то полезное. Дети. Так. Так. То есть огромное количество подкастов, материалов информационных. Так, переходим к витрине. У нас здесь генетический паспорт, анализ тысячи генов, ответственных за здоровье. Ого-го-го-го. Генетический паспорт, комплексный генетический тест, который представляет возможность анализа тысяч генов. Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни, а также изучить происхождение человека. Ну, интересно подробнее. Ну и тут сайт, конечно. О, вот, тест стоит 14 тысяч рублей, друзья. Ну, это, я так понимаю, рекламная была вставочка. Так, тут опять требует у нас код. Так, друзья, возвращаясь к витрине. Здоровье в поездах, защита от клеща. Так, что нужно вашему организму? Тест микробиоты. Умные. Короче, это платные тесты, платные услуги. Вот здесь у нас аптечка. Значит, аптечки. Чек-листы для дома, ребенка и машины. Так, домашняя аптека. Ну, короче, здесь ставите все, что необходимо. И непонятно, для чего это ставить. Септики. Так, при боли в горле, спреи. Не знаю, это просто, возможно, подсказки, причем чем пользоваться. Ну и профиль, события, документы, счета оплаты, личные данные, избранные врачи. То есть по логике можно добавлять избранных врачей, но это только при платной, я так понимаю, подписке. Ладно, друзья, вот собственно и все, вот такой вот короткий быстрый обзор приложения. Сами делайте вывод, то что вы считаете о нем. Ссылка будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.